Всем привет! Вы на канале Делай Дома. В этом видео я покажу, как сделать пасхальный декор гнездо. А пока смотрите видео, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Нам понадобится лыковая щетка для побелки. Раскручиваем ее. Берем небольшой кусочек лыка и обкручиваем его жгутовой веревкой. Получившуюся полосу скручиваем в кольцо. Клеим по спирали, формируя боковые стороны гнезда. Берем длинные полосы лыка и обкручиваем боковины. Одним краем делаем перетяжку по дну гнезда и опять обкручиваем боковую часть. Делаем так несколько раз. Торчащие детали срезаем. В гнездо вклеиваем декоративное сено и птичек из мешковины. Ссылку на мастер-класс по их изготовлению вы найдете в первом комментарии под видео. Декорируем яркими ягодками, и гнездо готово. Если вам понравился такой вариант создания гнездышка для декора, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч!